Мы приехали на чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по самбо и по боевому самбо. Вот мы за таких вот волонтеров, за таких патриотов, как вы, сынов России, истинно патриоту, патриотку и патриоту кавказского народа России, держится вся Россия. Вот наши братские отношения, которые... И между прочим, если мы не будем знать свою историю, мы никто. Мы должны знать свою историю, своей нации, своей России, своей нации. От братской Ингушетии, братский ассаламу алейкум, братский Кабардино-Балкарии. Спасибо большое вам.